Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. У нас с рубрика Домино Пицца. Вот. Раньше называлась она Доминос Пицца, теперь называется Домино Пицца. Изменился немножко дизайн. Сегодня обзор будет не на пиццу, а на снеки, а именно на крылышки. Приобретались, собственно, два вида крылышек. Соответственно, просто куриные крылья и куриные крылья барбекю. Написано, что это аппетитные крылышки с насыщенным многогранным вкусом и нотками копчености. Брал я по 4 крылышка, каждая стоит по 239 рублей. На 100 грамм продукта у нас 314 калорий, 10 граммов белков, 26 грамм жиров, 10 грамм углеводов. А каждая масса по 120 грамм. Ну что, очень интересно. Значит, вот это просто куриные крылышки. Оператор подсними. А здесь у нас куриные крылышки барбекю. Вот они как выглядят. Ну, я так правильно понимаю, что барбекю, это типа, что они полили соусом, это типа стало барбекю. Видимо, такая логика, ну посмотрим. Может, я ошибаюсь, конечно. Блядь. Очень интересно, конечно. Ну, вот, собственно, видно, что здесь барбекю, здесь обычное. По цвету только я вижу, что, по-моему, соус отличается, ну посмотрим. Опять же, крылышки замечательно подходят к пиву. Давайте попробуем. Соответственно, начнем с обычных. Тепленькие. Довольно мягкие. Большая кость. Длинные такие, мяса, в принципе, много. Неплохие, не острые, такие пикантные, солененькие, мне нравятся, неплохие. Да, конечно, 239 рублей за 4 крылышка дороговато, но весьма, знаете, неплохо. Далеко не самые плохие крылышки, неплохие. Честно, я ожидал хуже. Неплохо. Неплохо. Балла 3-4 можно поставить. Ну, теперь давайте пробуем крылышки барбекю. Я так понимаю, отличие в том, что здесь полили соусом. Барбекю. Ну да. Мясо точно такое же. Размер. Ну, у них цена одинаковая, просто здесь политый соусом барбекю, вот и все. Я думаю, там какие-нибудь специи другие будут. Нет, просто одни с соусом, другие без соуса. Вот и вся разница. А крылышки по вкусу одинаковые. Ну, здесь, естественно, соус перебивает. И все. И то, как бы полили неравномерно. Где-то его слишком много, как вот спицы бывают, где-то его мало. Вот это вот, конечно, не очень приятно. Ну, барбекю соус приятный. Скорее всего, Хайнц. В принципе, оба варианта вкусные. Я люблю барбекю, мне понравилось. Вот. Оба варианта неплохие. Я поставлю им 4 балла из 5 каждому. Вот. Большое крыло такое, много мяса. Весьма вкусное. Неплохо, неплохо. В принципе, можно брать. Поэтому твердая четверка, рекомендую. Крылья от Домино Пиццы очень неплохие. Берите, не пожалеете. На этом все. До новых встреч.